Вот мы зашли в кафе посидеть, потому что очень устали. И здесь, кстати, можно и поговорить. Маленькое кафе, которое тоже вашими очень приятно. Это мои девочки. Это у Гали очень красивая сумка. Куплена в Кишиневе, Молдова. Очень красивая. Мы уже не раз встречались со своими замечательными подругами по интернету, двумя Галинами. И очень много узнавали друг о друге. Мы с ними во многом похожи, и поэтому им я захотела задать вечный вопрос. Вам для счастья сколько денег надо, чтобы вы были счастливы? Ну, только объективно. Мне? Объективно. Ну, $1 000 000. Нет, ну, мне вот сейчас для счастья, конечно, надо меньше. Вот. Сколько нужно для счастья? Для счастья я вообще для себя уже давно вывела очередное правило, вернее, постоянное правило. Мне нужны деньги на каждый день, чтобы я зашла в кафе и могла себе позволить в жаркую погоду выпить пиво, в холодную погоду чашка кофе, потому что счастье каждого дня много денег не требует. Это... Галина, а вы? А деньги просто нужны для того, чтобы жить. Нет, того, сколько вам есть. Нужно? А я не считала, не соизмеряла. Просто для того, чтобы они были. Чтобы я могла жить на эти деньги. Это все. А потом счастье, оно не измеряется. Измеряется. Нет. Нет, ну, понимаете, счастье понятие относительное, да, иногда оно измеряется. Если, например, болен человек, и нужны деньги для его, да, это естественно, это вот другое. Сегодня, вот сегодня, да, и сейчас, счастье сегодняшнего мгновения. Это мы, три дамы, почти, не, как, мы три зрелые дамы. Мы сегодня зашли в кафе, позволили себе выпить чашечку кофе, а кто-то, девочка, к сожалению, позволить себе не может. Да. И это тоже счастье сегодняшнего дня. А я хочу рассказать. Я могла, конечно, и больше денег получать, потому что была ландшафтным дизайнером. То есть это те времена, да? Да, но я даже не знала, что делать с деньгами. Я вообще привыкла только работать и не умела их использовать. И слава Богу, потому что благодаря этому я научилась очень много делать своими руками. Uh-huh. И мне это очень нравится. И скоро, кстати, вы увидите свои сапожки, как я сделаю своими руками. Они будут самые модные, такие же цветные. Uh-huh. Вот. И вообще мне очень нравится. А если вы посмотрите мою светелку, она все равно рисована. То есть я согласна с Хакамадой, для жизни не так нужно много денег, но на что-то нужно, это нужно. Я не беру такие вот ситуации, когда там врачи или что-то такое, а беру просто жизнь, что в жизни. И по жизни, на самом деле, чтобы быть счастливой, не нужно так уж много денег. Если день рождения мы устраиваем, то мы устраиваем его очень веселым, креативным и получаем море удовольствия. Не обязательно для этого идти в какой-то тишинебельный ресторан. Ну, вот это мой взгляд на жизнь. Так, нет, конечно, да, деньги нужны, но много. Опять же, говорю, нет, счастье не в деньгах. Вот я четко считаю, что счастье не в деньгах. Но если не считается каких-то экстра-ситуаций, здесь уже, да, бесспорно. Здесь уже никуда не денешься. Да, я рада, что мы с подругами понимаем друг друга. Но ведь это не аксиома, у всех разные точки зрения, у всех разные обстоятельства, у всех разный и жизненный опыт. И я решила сделать ряд фильмов на эту тему и узнать, что думают об этом другие люди, вот в частности Хакамада, которую я очень люблю и уважаю. И мне очень интересно, что думаете на эту тему и вы, мои дорогие друзья.